И всем привет, ребят! С вами Страванька. я Сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору новых скинов. Никто не ждал, что они появятся. Я нахожусь на тестовом сервере. Я вообще не планировал, что сегодня у нас выйдет еще один видос. Давно у нас не было по три видоса в день, но сегодня есть определенный повод на это. Я думаю, что это будет быстрый такой обзорчик на тестовом сервере. Появилось то, что я и прогнозировал. Новые скины. Только я даже не думал, что будет новая линейка скинов на пушку Рикошет и на паладина. Ведь этот замечательный Мимасик, который был у нас здесь на основном сервере, ну, вернее, не мимасика а Комикс где был нарисован паладин Рикошет, и когда я в видеоролике сказал, что скорее всего, значит, это будет связано что-то с этим паладин Рикошетом, многие ребята мне писали, что да нет, это просто типа нарисован паладин Рик, но нет же, нет же, новый скин на Рикошет РТ. Существует легенда, что эти скины привез на планету один из тангистов, чей космический корабль потерпел крушение. Ему удалось спастись, добравшись по обломкам корабля до спасательной капсулы во время полета. Он хватал все артефакты, попадавшись на его пути, среди которых оказались эти скины. Они получили название Ретрофьючер. Короче, староновые э, старо скины, я так понимаю. Глаз не оторвать, правда. Ну, не знаю, насколько они жестко красивые, конечно, но сам факт, что появляются новые скины. И теперь я уже на 100% уверен, что это будет эм, Планеты. Это будет ивент с планетами, где надо будет за энергию делать шаги. И то, что это, скорее всего, появится именно 12 числа в нашей игре. Так выглядит новый скин на рикошет. И вот так вот выглядит новый скин. На паладина На паладина выглядит сочнее Сочнее в разы Вот эти вот э, боковушки В виде таких ускорителей Выглядят прям сочно э, Было бы конечно интересно Посмотреть на то как это выглядит в бою Но к сожалению на тестовом сервере Нулячие аккаунты И нет возможности приобретения И возможности Одеть эти скины Поэтому мы только можем на них так со стороны посмотреть Но если рикошет смотрится, ну, так себе, да, со стороны именно вот что я здесь вижу, то паладин выглядит как-то поинтересней с моей точки зрения, поэтому... Интересно было бы узнать вашу точку зрения, ну и плюс, я думаю, что как только эти скины Появится и сам ивент выйдет, я думаю, что мы быстренько постараемся пройти, получить их и записать видос уже на наших основных серверах. Вроде как идея э, была прочитана с новыми скинами, ну и э, понятное дело, что их возможность, возможность их получения будет довольно-таки сложной. Но. Прикольно. Паладинчик один из самых актуальных корпусов на данный момент. Поэтому я думаю, что здесь разработчики угадали. Многие ребята, скорее всего, его приобретут и захотят взять себе карманчик. Ну а рикошет, как пушка, которую сейчас апнули в балансе, ну, наверное, смотрится неплохо. И сама задумка под космос тоже как бы имеется. да, То есть рикошет, паркурчик в нашей игре это вещь довольно-таки связанная, можно так сказать, да. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этих двух скинов. Ждете ли этот замечательный ивент? К сожалению, я так понимаю, что энергию фармить с голдов нельзя. Поэтому ее можно будет только, я так понимаю, получить со спецпредложений и с какого-то дополнительного еще доната. Посмотрим, насколько все это дело придется потратить танкоинов. Если вам это интересно, если вы хотите это увидеть, пишите по этому поводу в комментариях. Дабы я, как только появилась возможность их получения, этих скинов быстро этим занялся и записал для вас видеоролик непосредственно с получением новых... RT Retro Future. Retro Future скинов. Только я не понимаю, почему RT, если Retro Future. RF должно было быть, по идее, но здесь ретро-фьючер, RT. Поддержите нас лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Настя Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.